Сегодня в Вашингтоне и Гаване спустя более чем полвека возобновили свою работу посольства США и Кубы. Торжественная церемония поднятия кубинского флага состоялась утром в американской столице. На ней присутствовали дипломаты обеих стран и глава МИД Кубы Бруно Родригес. Это первый официальный визит кубинского министра иностранных дел в США с 1959 года. После поднятия стяга на флагшток в Вашингтоне прозвучал гимн Кубы. А после этого состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Напомню, Вашингтон и Гавана разорвали дипотношения в 1961-м, а возобновление связи было объявлено в декабре прошлого года лидерами США и Кубы. А месяц спустя Вашингтон исключил Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. Сегодня же на острове Свободы открыло свои двери американское посольство, но без помпы. Торжественное поднятие флага запланировано на август, когда в Гаване ожидает госсекретаря США Джона Керри.